Много ли надо, чтобы грамотно спланировать год? Достаточно просто спросить у звезд. Мы подготовили гороскоп специально для арчан. Слушайте и смотрите внимательно. Научные исследования окажут воздействие на жизнь овнов, предоставляя новые перспективы и области их интересов. Звезды предрекают вам задуматься об экологии и пересесть на Орский трамвай. 2024 год сулит тельцам богатство. Инвестируйте с начала года свои финансы грамотно, чтобы в июле не заметить разницы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги. Близнецам звезды подсказывают, что они обретут гармонию в отношениях. Отдайте приоритет заботе об этой сфере. Воспользуйтесь случаем, когда в очередной раз в Орске отключат свет. Устройте ужин при свечах для своей второй половинки. Раки, пришло время бороться со страхами. Смотрите свои фобии в глаза. Например, пока разгоняете собак с детских площадок. Перед львами откроются перспективы в области технологий и современных инноваций. Виртуальная и дополненная реальность откроют новые горизонты, совершенствуя ваши навыки в различных сферах жизни. Может быть, у вас даже получится озеленить Орск на Яндекс.Картах. Девы, расслабьтесь, вы не тысячная купюра, чтобы всем нравиться. В противном случае есть и риск часто впадать в философские размышления и задумываться о туманном будущем. Вас ждут приятные перемены. В 2024 году вы будете кататься по гагаринскому швейцарскому сыру, как по маслу. Разделите эту радость с другими. 2024 год скорпионам обещает необычные приключения и эксперименты. Жизнь будет бить ключом. Возможно, даже из тех мест, откуда вы не ожидаете. Незаконченные дела могут ворваться за стрельцами в 2024 год. Пора запастись мотивацией и приступить к их решению. Не хотели сидеть в очереди в МФЦ? Придется, чтобы не начинать год со штрафов. Козероги, и на вашей улице будет праздник. Стоит лишь приложить собственные усилия. Так в 2024 году важно соединиться с природой. Вы рискуете поддаться соблазнам. Будьте внимательны к здоровью и считайте калории. Высока вероятность объесться орскими пирожками. Уделите время классикам. Перечитайте Гоголя. Звезды орским рыбам подсказывают, что там хранятся ответы на все вопросы.